Что мы имеем? Практически абсолютно новый мотоцикл, вчера купленный, вчера привезла доставка. На данный момент проезжено всего ничего 37,5 километров. За это время невероятно высокий холостой ход до 4000 оборотов. Сразу как только двигатель прогревается, почему-то начинается 4000 оборотов, и все. На холодном нормально 2000 оборотов, на горячую никак. Это модель Минчика. Минск X250 принадлежит уже к модельному году 2018 и, соответственно, уже лишена некоторых мелких недостатков, которые были в первой партии 2017 года. Говорят, что избавились от дребезжания панели приборов, которая вызывала у многих нарекания. Также мотоцикл получил цепь KMC корейского производства. Вполне себе хорошая цепь по сравнению с китайской, ну или по крайней мере получше. Появилась ловушка цепи. Возможно, в какой-то момент, когда цепь растянется, не даст ей сорваться. Не знаю, насколько это актуально было так ее затягивать, но скорее всего она просто быстрее растянется. Поэтому посмотрим, как она себя проявит хотя бы в момент обкатки. Нюансы по двигателю и карбюратору, наверное, остались те же самые, без изменений. По крайней мере, об этом никто ничего вроде бы нигде не говорил. Мотоцикл, как по отзывам, зарекомендовал себя довольно-таки неплохо. Вот. Ну, теперь об этом убедиться будет возможность и у меня. Масло, которое было залито изначально консервационное с завода, на нем как-то очень мягко работал двигатель. Потом сразу же на нуле километров, буквально после первой пробной поездочки, было заменено масло на Матюль 5100. Получилось как-то немножко более грубый, что ли, звук двигателя первое время. В общем, новый мотоцикл, обкатка. Тут, наверное, удивляться особо-то и нечему. Погодка откровенно радует. Поэтому хочется прокатиться еще по такой отличной погоде, пока не начались тут дожди. Вокруг да около сегодня были дожди. Сейчас продемонстрирую, как заводится двигатель, и так как он все-таки прогрет немножко, скорее всего, он будет работать на 4000 оборотов. Ну вот. Что и требовалось доказать. Уменьшили до 3000 оборотов. Но придется, наверное, вот так. Ну, вроде добились определенного результата. По крайней мере, комарам, которые роятся вокруг меня и мотоцикла, это точно понравилось. При упоминании особенностей модели 2018 года забыл также отметить, что защита рук получила алюминиевую вставку. В этом плане стала гораздо более надежной по сравнению с предыдущей, просто пластиковой. Предыдущая просто от легкого падения, у людей ломались.
приходилось потом покупать кому-то защиту, наверное, за долларов 20-30. Здесь это решено более надежно, и поэтому как бы уже плюс. Приятно бросается в глаза двухпоршневые суппорта спереди и сзади. Удивительно, что во время сборки вот этот вот тормозной шланг поставили так, что он перекрывает приборку. Ну а задний тормозной шланг вообще какой-то змейкой сделали, как-то удивительно. Ну ладно, это ни на что особо не влияет. За пару дней проехали мы больше сотни километров. Отлично себя мотоцикл вроде как чувствует. Вот, мучить его никто не мучает. 60-50 километров обычная скорость, которую мы можем себе позволить. Пробег сейчас 143 километра. Вот, потихоньку, помаленьку обкатываю. Вот варианты подсветки, кстати. Ну, синенькая, прикольней. Нареканий каких-то особых нету. Ничего вроде бы не расшаталось, не отвалилось. И пока что я не снимаю с него целлофанчики. Потому что если на дороге меня кто-то видит, то наверняка ему
очень непонятно, почему же я еду со скоростью 50-60 км в час. Ну а целлофанчики хотя бы говорят о том, что мотоцикл новый, и вроде бы человек занимается просто обкаткой.